О философии в эпоху ИГИЛ размышляет автор арабского издания Ашарк Аляусад. Главный вопрос, который он себе задает, есть ли у организации ИГИЛ какая-либо философия, оправдывающая ее действия, в том числе обезглавливание людей? И если есть, то в чем она заключается, на каких понятиях основана и в каком русле развивается? Автор полагает, нам нужно как следует разобраться с террористической мыслью, и это единственный фактор, который должен определять политику в отношении ИГИЛ. Сегодня война с терроризмом не затрагивает его корней, она направлена только на листву и ветви этого огромного дерева, цитата. Если сравнить 11 сентября 2001 года и 11 сентября 2014 года, мы увидим, что терроризм сделал огромный скачок вперед. Число его последователей увеличилось, площадь военных баз исламистов в Сирии и Ираке на сегодняшний день составляет более 50 тысяч квадратных километров, говорится в статье. Пентагон недавно заявил, согласно его плану, потребуется 3 года на уничтожение ИГИЛ в Ираке, но не в Сирии. Автор статьи не претендует на роль пророка в политике, но опираясь на свои скромные знания, считает, через 3 года ИГИЛ станет только сильнее. Кроме того, возникнут новые подобные организации. Каждый садовод знает, если срезать ветви, корни от этого только разрастутся, станут сильнее и толще. Так завершается статья. На встрече глав зарубежных представительств Исламской Республики Иран глава судебной ветви власти Садек Амали Лариджани коснулся проблемы прав человека и критики западных стран в адрес Ирана по этому поводу. Он указал на инсинуации некоторых СМИ по поводу гомосексуалистов в Иране и отметил, цитата, «Согласно нашим религиозным принципам, мы запрещаем в своей стране деятельность гомосексуалистов, однако ложными являются утверждения о том, что мы приговариваем таких людей к смертной казни. Государство и ислам не решают проблемы интимного характера», констатирует Лариджани. Вместо этих вопросов, которые касаются лишь узкого круга лиц, надлежало бы обсудить убийство тысяч людей в секторе Газа, считает политик и замечает. Но это почему-то не вызывает никакой критики со стороны защитников прав человека. Такое положение дел просто недопустимо, и мы считаем себя обязанными защищать исламские принципы, пишет издание. Специалисты в сомнениях насчет военной стратегии Обамы, передает Ле Фигаро. США активно занимаются формированием международной коалиции против радикалов Исламского государства. Однако у военных аналитиков нет четкого мнения насчет того, какой тактики нужно придерживаться. В любом случае, большинство из них считает, что ограничиться одними бомбардировками без наземного вмешательства не выйдет. Цитата. «Любому знающему военному эксперту совершенно ясно, что Исламское государство не удастся победить без существенной наземной составляющей. Эти силы не обязательно должны быть американскими. Их могут предоставить иракцы, суннитские племена или арабские страны. Однако это в любом случае потребует участия американских военных советников для содействия войскам и обеспечения связи с авиацией. Подвел итог для Ле Фигаро полковник Питер Мансур и отметил, каждой группе в 700 военных из другого государства потребуется около 50 американских солдат, а это означало бы очень существенный отход от позиции президента. По словам Мансура, его позицию поддерживают огромное большинство специалистов по безопасности. Президент делает рискованную ставку на то, что иракские и курдские силы можно будет довести до такого уровня, что они сами смогут вернуть себе отвоеванные территории. Однако рассчитывать на это, пожалуй, не приходится. Что касается стратегии подготовки умеренных повстанцев в Сирии, у нас нет никаких гарантий того, что они на самом деле существуют, подводит итог издания. О безумных достижениях науки ради сохранения вечной жизни пишет The Hollywood Reporter. Некоторые исследователи полагают, в будущем человечество и вовсе победит смерть. Чтобы узнать об этой индустрии побольше, автор лично шагнул в эпицентр урагана долголетия. Он описывает последние достижения в области гормональной терапии, фитнеса, генетики, криосохранения. В ходе этого путешествия ему приходилось голым погружаться в яйцевидные капсулы, выдерживать воздействие сверхнизких температур и выкладываться на беговой дорожке до потери сознания. Короче говоря, поиски бессмертия чуть меня не доконали, признается автор. Друг, увлекающийся йогой, поведал корреспонденту о Хариахане Бабе Махараджи, который якобы прожил 1000 лет в пещерах под Гималаями благодаря аюрведе. Мас Видал, ведущий специалист по аюрведе в Лос-Анджелесе, пояснил корреспонденту, данная практика подразумевает достижение баланса между 3 элементами – вата, питта и кафа. Это достигается за счет вегетарианской диеты, отказа от алкоголя, кофе и жидкости холоднее комнатной температуры в дополнение к ежедневной медитации. В завершении статьи автор размышляет о том, что же лучше – быть удрученным перспективой жизни без кофе со льдом или же счастливо прожить отведенный ему срок, ни в чем себе не отказывая. Судя по всему, перевешивает второй вариант.